Не, ну вот как вам это нравится, а? Я только собралась шашлык делать, люди! У-ху! Это ж надо обомлеть. Я буквально на пару секунд зашла, думаю, сейчас я спички возьму и пойду это самое, поджигать это дело. Слушайте, вот как чувствовала. Что ж это за жизнь-то такая? О, как! О! Во льет. Стихия, я тебя обожаю. Как ты вовремя. Да. А шашлычок-то я приготовила. Осталось только разжечь, нанизать и воткнуть. Что стихи это? Хотя, может, сейчас уже и это самое уйдет. Все ты мяу. Все ты мяу. Что такое? Ты только что ел, Фоксик. Самый голодный кот во всем доме. Самый, что ни на есть, голодный. Да, сам. У вас вот так вот трущат? М? М? Друг, тут осталось ровно на этот самый. Все разгреб. О! Ух ты, самый голодный кот в доме. Да. Ну, мне кажется, что он скоро... Потому что вот там небо голубое. Думается, мне скоро он остановится. О, у меня тут красотка такая опять цветет. Ура! Дождик перестал. Все намочило. В общем, иду поджигать. По-моему, я рано собралась. Взяла спички. Так, у меня же такого места, где нету его поставить, чтобы оно дымило. Тут что ли воткнуть? Так, ладно, будем думать. Что, друг ты мой, рыжий, дождь-то опять у нас усиливается. Что делать-то будем? Да. Все сильнее и сильнее. Назло врагам. Погода, я тебя не боюсь. Я только сказала, погода, я не боюсь. Буквально минута и повалил опять. Ой, я не могу. Ой, кино и немцы, честное слово. Норвежская погода, я тебя обожаю. Ну и как вам? Уже светит солнце. Я ее обожаю. Это просто что-то феноменальное с этой погодой. Ну, в общем, положила, пусть оно немножко раз это самое готовится. Ой, китай немцы, честное слово.
тут у меня этот самый такой, ну, что-то наподобие бекончика. А вот здесь я капусту цветную с маслом, ну, она уже готова. Уже все готово, уже все это самое доставать только. Осталось у меня еще немножко дожарить шашлычки. Ой, по-моему, этот уже готов. Шашлычок готов. Вот. Так что вот такие тут у меня вкусняшечки. Потому что, думаю, боролась сегодня с погодой. Погода меня все-таки порадовала. Все-таки рассосалась. А здесь вот просто запекаю немножко красного лучка. Он такой очень вкусный запеченный. Решила попробовать запечь еще помидорки. Ну, вернее, одну помидорку на пробу. Посмотреть, что это. Ну, и такой, в общем-то, лук, в котором мариновалось все мясо. То сейчас. Вот, и вот такая вот красота. А еще у меня в духовочке стоит два перчика с маслицем и чесночком внутри. И еще эти дольки баклажанов тоже. Так что мясо, овощи крайне вкусно, крайне полезно. И я вообще молодец. Улетела моя штукерация. Мой шашлычок. Немножечко подгоревший, но это для мужа. Ему больше нравится такое. Мне посырее. Я люблю, как варвар, мясо такое с кровью. Немножко этих самых овощей. Лучок, паприка, помидорка. Ответственный попрошайка. Фоксик целый день попрошайничал. Тёфсик продрых. Фоксик перестал попрошайничать. И теперь у нас Тёфсик попрошайничает. Да? А мы уже шашлычки поели. Да, шашлычки поели. Да, вкусняшечку поели. Ух ты ж. Что-то погодка как-то сегодня это самое. Но, во всяком случае, мне крупно повезло, что я успела пожарить шашлыки. Сейчас опять что-то ветер гуливонит. Красотулечка моя цветет. Вообще. Я так довольна, что их сюда посадила. Эти тоже. Лепота. Можно сказать, выходной уже прошел. Первый шашлычок догрызаю. Вот. В общем, наслаждение выходным днем. Облачка такие интересные. Прям как шелком рассыпано.